Фото дня. Новый флагман Samsung Galaxy S10 Plus сравнили с Galaxy Note 7. Известный инсайдер под ником Ice Universe опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter новые интересные фотографии, связанные с грядущим флагманским смартфоном Samsung Galaxy S10 Plus. На этих фотографиях показано, что площадь лицевой панели Samsung Galaxy S10 Plus практически полностью соответствует площади лицевой панели печального известного планшетофона Galaxy Note 7, который пришлось отозвать с рынка из-за нескольких десятков случаев возгорания аккумулятора. Вот только Samsung Galaxy S10 Plus практически лишен рамок по периметру экрана, а рамки у Galaxy Note 7 по сравнению с новым смартфоном просто огромные. Поэтому при примерно одинаковых габаритах смартфоны получат экраны диагональю 5,7 и 6,44 дюйма соответственно. Samsung Galaxy S10 Plus будет представлен на МВК 2019.